А теперь немного о спорте. Свое 300-летие люберецкая полиция провела в стенах одной из школ города Люберцы. Стражи порядка организовали для учеников настоящий праздник и провели персональное занятие физкультуры. Необычное занятие физкультуры прошло в 11-й школе. Дело в том, что учителями стали сотрудники полиции. Да, под таким надзором не расслабишься. В будущем это пригодится, поскольку физический труд развивает и структуру мышления, улучшает кровообращение и поднимает в целом тонус на целый день. Как признаются стражи порядка, чтобы стать не только красивыми, сильными, но и здоровыми, спортом нужно заниматься с молоду. Ребята признаются, что проведением такого насыщенного и увлекательного урока остались довольны. Мне очень понравилось отжимание, просто на физре не всегда такое бывает. Приехали ребята и показали нам мастер-класс, как правильно заниматься. Занимались, подтягивались, вот занял первое место, 9 раз подтянулся. Вот. А чтобы занятия прошли еще интереснее, для всех присутствующих выступили солистки школы-студии «Геометрия успеха». Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Привет, я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.